Всем привет! Сегодня мы сделаем разновидность обезьянки из шариков. Эта обезьянка – друг мультипликационного героя Доры Исследовательницы. Накачайте розового цвета шарик, оставляя примерно 10-сантиметровой длины хвостик. Делаем первый примерно 10-12-сантиметровой длины пузырь и замыкаем оба конца первого пузыря в один замок. Мы сделали ухо. Теперь делаем второй примерно 12-сантиметровой длины пузырь. Затем делаем третий пузырь такой же длины, как и первый, около 10-12 сантиметров. И замыкаем оба конца третьего пузыря в один замок. Мы сделали второе ухо. Делаем четвертый примерно 12-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца цепочки из последних трех пузырей в один замок. Делаем пятый пузырь длиной около 12 сантиметров. Замыкаем оба конца цепочки из последних двух пузырей в один замок. Теперь нам нужно сделать цепочку из следующих двух, примерно не более чем 7-сантиметровой длины пузырей. Замыкаем оба конца цепочки из последних 6 пузырей в один замок. Давайте сделаем восьмой, примерно 12-сантиметровой длины пузырь. Замыкаем оба конца цепочки из последних трех пузырей в один замок. Теперь нам нужно обрезать остаток розового шарика. Это можно сделать ножницами, а можно оборвать шарик руками. В общем-то, мы уже сделали голову, нам осталось только прикрепить к ней глаза. Это вид сверху. Это вид сбоку. Накачайте один белый, мягкий, не более чем 7-сантиметровой длины пузырь. Обрежьте остальную часть шарика. Разделим этот белый пузырь на два пузыря одинакового размера. Аккуратно подровняйте кончики белого шарика. Мы сделали пузыри глаз. Закрепляем белые пузыри глаз между шестым и седьмым розовыми пузырями. Еще раз поздравляю, мы сделали голову обезьяны с глазами. Голова выглядит одинаково спереди и сзади. Это вид снизу. Эту голову можно прикрепить к любому телу с шеей. Я заранее подготовил тело. Давайте проденем пузырь шеи снизу между розовыми пузырями головы. Закрепляем сопло синего шарика между белыми пузырями глаз, а заодно между шестым и седьмым розовыми пузырями. Теперь слегка выдвигаем пузырь шеи из головы. Таким образом мы притягиваем ближе пузыри глаз к голове. Теперь можно воспользоваться нестираемым черным фломастером, чтобы нарисовать мордочку обезьянки. На моем веб-сайте fewdo.com вы можете найти ссылку на инструкции по изготовлению этого и многих других тел и огромное множество других скульптурок из шариков. Еще раз поздравляю вас! Мы сделали обезьянку друга мультипликационного героя Доры Исследовательницы. Веселых вам выкрутасов!